УВД Сагдийской области Таджикистана подготовило телевизионный материал, в котором бывший имам Хатыб мечети Таква Арифджон Эргашев признается в принадлежности к исламской группе «Братья-мусульмане». В своем признании он также говорит: «Я получал деньги от иностранцев на создание исламского государства». В УВД области заявили, якобы Эргашев после задержания сообщников по обвинению в принадлежности к запрещенной организации «Братья-мусульмане» бежал за границу. Следует отметить, что ни для кого не является секретом, каким образом правоохранительные органы Таджикистана добиваются признательных показаний от задержанных. И тем более в данном случае, когда признание в причастности к группе «Братья-мусульмане» является сомнительным, так как реальной деятельности этой организации в стране не наблюдается, не говоря уже о целях по установлению исламского государства, чем эта организация неизвестна.